Всем здрасте, всем привет. Смотрите, зандуч я за своего немца изолировала туда, потому что никак не хочет признавать моих телят. Так, вот этих, насчет этих уточек я хотела сказать. Мы планировали их забить на Новый год, потому что они мне не нужны, в принципе. И вот как-то я сидела, мы пили чай, и я говорю, что-то уточки нам, наверное, уже... Мясо не так уж нравится. Наверное, уберу всех уточек, если ты не против, мужу. И он говорит, а зачем? Ну и все, я говорю, тогда оставляем. Раз так, тогда и этих нельзя убирать, потому что я не знаю пока, кто тут девочка, кто тут мальчик. Но вот это, мне кажется, мальчик. И вот это девочка. Одним словом, решили их оставить на яйцо. Я вообще в шоке от цен на цыплят, на яйцо, если честно. Попросила, забронировала индюшат своих-то, я все, всех продала. И мне сказали, что стоит-то. Вон, видите, боец, видите, вон, наелся и сейчас перелетит. Сейчас он перелетит туда, на эту сторону, и будет мне гонять вот это. Прям все по сценарию. Будет гонять мне того, этого, кучинского петушка. Сейчас он на ту сторону, и все. Ой, запрыгнул опять обратно. Ну, я рада. Честно, рада. Но все равно уберу этого петуха. Пока я тут, он себя так ведет. Так. Одним словом, уточек мы решили оставить. Так, ребят, ну все, всем пока, до свидания.